Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Asus Phone ROG 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как узнать номер IMEI, а также серийный номер. Итак, открываем приложение «Телефон» и выводим код. Звездочка, решетка, 06, решетка. Таким образом мы узнаем номер IMEI, а также серийный номер. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.